Молодые мужчины в форме летчиков и в солнцезащитных очках. Нет, они вовсе не пилоты. В Струковском саду современный поп-хит исполняет Пермский губернский духовой оркестр. Артисты играют на инструментах и зажигательно танцуют. На языке духовой музыки этот особый жанр выступления называется дефиле. Это уличное представление, уличный концерт оркестра с элементами танца, с элементами движения, с элементами перестроения во время игры. Это очень сложный вид искусства, который в России сейчас очень сильно набирает обороты. В Самаре завершился фестиваль духовых оркестров на сопках Маньчжурии. Он проходил 2 дня – 9 и 10 сентября. Свое профессиональное мастерство показали лучшие музыкальные коллективы из 9 городов России – Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Саратова, Ульяновска, Уфы, Белгорода, Астрахани и Самары. Также выступать приехали артисты из Белоруссии и Казахстана. Гости говорят, город на Волге их принял тепло. Настроение прекрасное. Вот Самара великолепная. Встретили нас просто роскошно, все блестяще, поэтому самые наивысшие моменты радости. Публика оценила концерт. Это заряд бодрости, хорошего позитивного настроя. Ну и я думаю, вот эти вот последние осенние дни людей обогатят и подарят им заряд запал на будущее хорошее. Да? С днем города, любимая Самара! Да. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.